Утки, Чебурашка или мать-покровительница. Чебоксарцам предлагают выбрать символику 550-летия города. Основные требования к дизайнерам – использование слоганов «Чебоксары – сердце Волги», «Счастье на Волге», «Чебоксары – центр речного туризма» и символов города – Нарспи, Чапаев, памятник матери-покровительницы, Чебурашка. Концепции должны отражать культуру города, его архитектурную и историческую уникальность, направление оздоровительного туризма. На выбор горожан 10 вариантов символики. На сайте открытого города идет голосование за лучшую концепцию. Оно продлится до 14 августа.